Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Сливки Общества. Канула в лету любовь россиян к Алле Борисовне Пугачевой. В прошлом ее величали примадонны отечественной эстрады, приглашали выступать на каждые государственные праздники и концерты, лучшее эфирное время было отдано ей. Хотя не только ей, но и членам ее семьи. Еще при Союзе Алла Борисовна умела превратить каждую песню в маленький спектакль. Ее новые песни ждали с большим трепетом, и почти каждая была хитом. Когда-нибудь феномен Пугачевой наверняка будут изучать в университетах. Мыслимое ли дело, полвека народ о ней говорит исключительно с восторженным придыханием. Эпитетами «великая», «гениальная», «живая легенда» щедро удобрены все публикации о ней. И что бы она ни делала, пела, снималась в кино, меняла мужей, уходила со сцены или заводила на старости лет детей, страна всегда ей рукоплескала стоя. Чего уж скрывать и преуменьшать, многие Пугачеву боготворили, в том числе и власть имущие. Владимир Владимирович тоже с трепетом на нее смотрел при встрече. Она собирала стадионы, люди были счастливы взглянуть на нее, кумира миллионов, хоть одним глазком с галерки. Отстоять огромную очередь и вручить скромный букетик, а других в Союзе и не было, цветов любимой исполнительницы. А как сама Алла Борисовна относилась к своим поклонникам? Была ли счастлива и благодарна получать любовь своих зрителей со всех концов СССР? Собрал несколько фактов, говорящих об обратном. Вот что о ней писали поклонники, бывшие поклонники, которые увидели правдивую натуру Примадонны. Пугачева всегда была хабалкой, не уважающей людей, даже своих поклонников. Помню ее концерт в Ленинграде в 70-х. Было это в ее день рождения. Цветы весной стоили тогда очень дорого, да и продавались в основном гвоздики. Но зрители несли их охапками певицы после каждой песни. И тут Пугачева в микрофон вместо «спасибо» заявила: «Я розы люблю, а мне дарят какие-то гвоздики». Вот так она отблагодарила своих поклонников. Один из наставников Примадонны рассказывал, что в начале своего пути певица совершенно не была похожа на будущую звезду. Ей многому приходилось учиться и работать над тем, чтобы искоренить в себе дурные манеры. Хоть Пугачева и схватывала все на лету, но еще долгое время ей приходилось выслушивать обвинения в ее вульгарности. Вот что рассказывал писатель и поэт Дмитрий Иванов. Он работал редактором на Всесоюзном радио, когда к нему в программу «Доброе утро» друзья привели кандидатку в певицы, непонятную девочку с разбойничьей фамилией. Она была чудовищно неграмотна в том смысле, что ничего толкового не читала, не видела, поэтому все наши рассказы слушала с открытым ртом, от бытовых мелочей до вещей значительных. Володя, например, наставлял: «Не смей закрывать рот рукой, когда смеешься». И мы ее шпыняли всякими подобными вещами. От дурных манер ей надо было избавляться, от крестьянской заставы, которая засела в ней с детских лет довольно сильно. Видимо, не все получилось у наставников. Иначе как объяснить такое? На одном из своих выступлений, забыв, видимо, что микрофон включен, на крики зрителей «Браво!» произнесла, за кулисами, конечно: «Ну что еще спеть этим козлам?» Сюжет со зрителями, которых певица называет козлами, в комментариях встречается несколько раз. Причем пишут читатели из разных городов. Видимо, это был далеко не единичный случай. Так Вера Петровна рассказывает: «Я помню, в 80-х эта прима у нас в Новосибирске в Ледовом дворце выступала. Когда ее вызвали на бис, она микрофон не выключила и произнесла так, что услышали в зале: „Ну что еще этим сибирским козлам спеть?“ С тех пор ненавижу эту кикимору». А читательница Галина Андрианова рассказала, как певица растоптала очки пожилой женщины, сделавшей ей замечание. Это было в 80-е. После этого инцидента Пугачева перестала для меня существовать. Мы с друзьями ужинали в ресторане Дома литераторов. В то время это было очень интеллигентное место, где собирались все сливки писательского бомонда. При выходе из ресторана мы стали свидетелями жуткой сцены. Старушка, которая стояла при входе, сделала замечание Пугачевой, так как та, находясь в очень нетрезвом состоянии, вела себя вызывающе. Мат стоял такой, которого я ни до, ни после не слышала.
Потом она сорвала очки с бедной старушки и долго топтала их ногами, пока люди из ее компании силой под руки не выволокли ее на улицу. Эта картина осталась в моей памяти на всю жизнь. И эта мочалка учит людей, как жить. Пользователь мысли вслух ответил Галине Андриановой. Она не очки топтала ногами, а мысленно растаптывала всех людей, которых считала быдлом. Как ни крути, а надо уважать свое прошлое. И уважать те вершины, которых ты достигла в своей карьере. Хотя Алла Борисовна, обладая формальным статусом примадонны, любовь народа потеряла задолго до нынешних событий. О своем уходе со сцены громко Пугачева заявила еще в 2009-м, тогда же состоялись ее прощальные в кавычках концерты в Кремле. Алла обещала завязать с гастрольной деятельностью и отказаться от появления на экранах, однако оставив себе возможность изредка записывать песни и, возможно, играть в театре. Но ни на одних подмостках театра с тех пор Аллу Борисовну так и не увидели. Зато вскоре Пугачева начала петь на закрытых корпоративах за большие деньги. Следом последовали премьеры новых песен и неофициальное возвращение. Пугачева согласилась стать музой одного из фестивалей. А я такая, блин, такая, во какая! Но мой поезд ушел! Уже через пару лет все вернулось на круги своя. Лицо Примадонны вновь стало украшением каждого новогоднего концерта, в СМИ заговорили о грандиозном возвращении звезды. Большинство возмущенных россиян тогда были уверены, Пугачева намеренно обманула публику, что уходит, лишь для того, чтобы привлечь как можно больше внимания и срубить пиар. Уходя, уходи. У нее была всенародная любовь и слава. И ей нужно было не только пользоваться статусом всенародной любимицы, но и всячески стараться соответствовать ему. Стараться не опускаться ниже, тем более ниже плинтуса. А она, к сожалению, это сделала. Она разделила мнение своего супруга. Уехала из России. И не просто уехала, громко хлопнула дверью, а на волну критики в свой адрес ответила так. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна, пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила она. «А я ж хорошая! Мадам Брошкина!» Как всегда спрошу, что думаете по теме ролика? Пишите ваше мнение в комментариях. И не забывайте про лайк и подписку. Впереди много интересного из мира шоу-бизнеса.